8 рук, 2 щупальца, колышущийся плавник и огромные зоркие глаза. Сепия офисиналис. Каракатис. Заметив жертву, каракатица поднимает 2 руки, освобождая место для щупалец, выскакивающих из пасти. Поэтому каракатица подкрадывается сзади и обхватывает добычу. Африканских хамелеонов, скорее всего, завезли сюда древнегреческие торговцы. Небольшая их популяция сохранилась до наших дней. Цвет его шкурки – индикатор разных состояний, когда он напуган, доволен, зол или напряжен. Спокойный и идеально замаскирован. По отдельности глаза дают ему обзор почти на 360 градусов. Его длинный язык не липкий на конце. При соприкосновении с жертвой он образует крохотную вакуумную присоску. Мелкие острые зубы раздавливают жертву, но не разгрызают ее. Он всегда глотает добычу целиком.
характерны для этих диких критских коз. Символы высокого статуса выделяют доминантных самцов. Большие изогнутые рога и длинные темные бороды. Эти животные – потомки домашних коз, привезенных сюда 8 тысяч лет назад. В дикой природе кри-кри вернулись к первоначальному виду, идеально приспособившись к суровым условиям. Козы с козлятами живут выше по течению, укрывшись в долине далеко от самцов. Они контактируют только в брачный сезон. Весной вдоль наполненной водой реки цветут кусты олеандра. Великолепную картину цветения оберегают токсины, содержащиеся в его цветах и листьях. Только гусеницы олеандрового бражника неуязвимы для них. На Крите их два вида – ярко-зеленые и ярко-оранжевые. Гусеницы накапливают яд в своих тканях, и он делает их неаппетитной добычей. Всего за 3 недели их вес увеличивается в 1000 раз. Они становятся пухлыми и откормленными. В прохладной пещере неподалеку живет огромная балканская зеленая ящерица. Этот ловкий охотник достигает 50 сантиметров в длину. Он любит гусениц. Но у гусеницы есть в запасе сюрприз. Опустив голову, она демонстрирует 2 предупреждающих пятна, похожих на глаза. Это производит мгновенный эффект. Ящерица поспешно отступает. Но она голодна. А гусеница, застигнутая врасплох, беззащитна. И она не может повредить пищеварению ящерицы. Разница температур в долине и на вершинах в Самарийском ущелье создает сильные восходящие воздушные потоки. Идеальные для белоголовых сипов, ищущих падаль. Высматривающих пищу на земле, и других стервятников в небе. Когда один находит тушу, за несколько минут над ним собираются десятки особей. Ворон прилетел сюда первым. Для стервятников это знак, что можно спуститься. В воздухе они парят мастерски. На земле другое дело.
После приземления им нужен большой разбег, чтобы снова взлететь. Доминантный самец идет вперед, чтобы проверить местность. Стервятников собирается все больше. Ворону пора улетать. Еды много, и все же возникают стычки. Все дело в иерархии. Белоголовые сипы идеально приспособлены для использования любой возможности для еды. Их пищеварительные соки уничтожают бактерии в гниющем мясе, которые отравили бы другие виды. Они расправляют пропитанные трупными жидкостями крылья, чтобы высушить их. И их вонь привлекает мух. Стервятники отгоняют их. Для мух туша не только еда, но и инкубатор для их личинок. Когда новорожденные мухи улетают, они оставляют лишь голые кости и мех. Это очень похоже на падаль. И пахнет похоже. Но это не так. Дракункулюс обыкновенный или оронник имитирует вид и запах гниющего трупа. Голодные мухи ползают по нему в поисках пищи и иногда садятся в центр, где их окутывает пыльца. Поняв, что они ошиблись, мухи улетают, унося с собой пыльцу. Ярко-желтый ракитник превращает голые равнины в море цветов. На греческих островах весна. Пчелы опыляют резиду. И перелетают на фиолетовые ветреницы. Дует сирокко, несущий тепло из Африки через Средиземное море. По пути он встречает остров Милос. Он приносит с собой первых перелетных птиц. Они пролетели больше 1000 километров без еды и питья. Вот приземляется стая западных желтых трясогузок. Средиземноморская славка пробует свою первую пищу. Краснохвостку больше заботит состояние ее оперения. Мир
Делос не самое гостеприимное место. Это действующий вулкан. Ядовитые газы, выходящие из кратеров, обрамляют их края кристаллами серы. Весь остров образован мощными извержениями вулкана более миллиона лет назад. На острове есть крохотная, почти пересохшая речка. Дождей здесь может не быть до самой осени. Перелетным птицам отчаянно нужны эти последние лужицы пресной воды. Но купание может быть и приятной игрой. Если за тобой не следят. Милосская гадюка научилась охотиться на перелетных птиц. Весна – единственное время, когда она может поймать их у высыхающих водоемов. Хороших мест для охоты очень мало. Приближается красная милосская гадюка. Оба вида встречаются только здесь и на соседних островах. Серая гадюка уползает со своей добычей. У водоема звучит сигнал тревоги. Опасность близка. Пеночка-трещотка понимает это и улетает, едва прилетев. Средиземноморская славка тоже замечает угрозу. Красная гадюка занимает удобную позицию. Не все птицы понимают сигнал тревоги других видов. На виду у сидящего на камне самца змея ловит мухоловку-белошейку. Милос — это остров стихий. Он возник из огня и размывается водой. Его хрупкая береговая линия постепенно разрушается ударами волн. Давным-давно прибрежная пещера обрушилась, осветив темный мир. Место, где камни замедлили течение и скопился песок, стало ловушкой для мелких рыбешек. Здесь охотится звездочет. Он охотится весь день,
полузарывшись в песок. Он очень быстрый, даже в рапиде. Его движения так стремительны, что другие рыбы ничего не замечают. На мелководье растут поля нептуновой травы. Многие из них – генетически идентичные клоны. Огромные цельные организмы достигают 8 километров в ширину. Самый большой появился 80 тысяч лет назад из семечка размером с горошину. Так что это одни из самых долгоживущих организмов на Земле. У кромки водорослей притаился еще один хищник. Осьминог. Появление этого высокоразвитого головоногого вызывает страх и ужас. Он ищет на морском дне мелкую рыбу и крабов. На этот раз морской юнкер перехитрил восьминогого хищника, спрятавшись в песке. А на суше хамелеон-самец живет один на определенной территории. Если в его владение вторгнется другой самец, столкновение неизбежно. Противники сжимаются особым способом, чтобы казаться больше. Их шкурки темнеют, они принимают угрожающий вид. Если это не помогает, хамелеон разевает пасть. Если никто не отступает, конфликт нарастает. Они принимают угрожающие позы, подняв передние лапы. Схватка длится недолго. Проигравший покидает поле боя. А у победителя есть время подготовиться к брачному сезону. Под водой спаривание уже началось. На дне залегли три хорошо замаскированные каракатицы. Два самца хотят спариться с самкой, лежащей под ними. Дело может дойти до драки. В брачный сезон у каракатиц хорошо видны полосы на теле. Претендующий на самку самец не уступает. Но соперник тоже не сдается. Наконец, соперник краснеет или чернеет. Оба выбрасывают чернила. Пока проигравший не уплывает с прощальным залпом. Теперь начинается брачный танец. Сначала самка не обращает на него внимания.
не помогает и схожесть их нарядов. Наконец, у кромки водорослей 16 рук переплетаются. Самец незаметно передает самке свой пакет с семенной жидкостью. Здесь кажется, что самец нежно обнимает самку. На самом деле он изо всех сил удерживает ее. Ради акта, который может закончиться через несколько секунд. Самец пытается удержаться. Но она сбрасывает его. Лето в разгаре. Температура поднимается выше 40 градусов. Дождя не было уже несколько месяцев. Высохшая земля кажется безжизненной. И животные, и растения едва шевелятся. Ранним утром улитки взбираются на вершины различных растений подальше от раскаленной земли. Они прячутся в раковины, закрывают крышку и висят там. Там на самом верху всегда дует прохладный ветерок. На острове Родос есть другой способ охладиться. На поверхности скал и стволах азиатских ликвидамбаров едва заметные висят миллионы бабочек. Четырехточечная медведица – член семейства бабочек-медведиц. Она проводит жаркие летние месяцы в этой тенистой долине с постоянным источником воды. Покой в летний период, летование, как зимняя спячка, только в жаркие месяцы. В разгар лета у бабочек мало пищи, и они впадают в состояние, в котором двигаются как можно меньше. Эта маленькая ящерица не опасна для бабочек. Они слишком велики для нее. Но она создает проблемы своими передвижениями.
Крапивник тоже не ест бабочек, но если он потревожит их, то лишит запаса энергии. Рядом появляется стеллион. Эта ящерица длиной 40 сантиметров – настоящая угроза. Для нее лето – это сезон изобилия. Некоторые бабочки летят ей прямо в пасть. Она быстро утолила свой голод. В Центральной Европе сезон без цветов – это зима. В Греции – это лето. Но есть исключение из этого правила – морские нарциссы. С заходом солнца их сильный запах привлекает ночных бабочек. Каждый цветок раскрывается только на одну ночь. Вьюнковый бражник запускает свой длинный хоботок в глубину цветка, чтобы достать нектар. Морские нарциссы и бражники полностью зависят друг от друга.
Длина этих сухопарых хищников от головы до хвоста около 40 сантиметров. Самки обычно больше самцов. Сейчас главная охота. Птенцы всегда хотят есть. И еще одна пташка съедена. Они улетают на островные спа-процедуры.
Через месяц после того, как вылупил ее прошлогодний выводок, самка хамелеона вновь ищет место, чтобы выкопать гнездо. Ее новый выводок будет развиваться в яйцах 11 месяцев. Она начинает копать рано утром и будет копать до глубины 50 сантиметров. Она продолжит копать весь день до поздней ночи. Бирюзово-желтая расцветка рассказывает другим хамелеонам о том, что она не готова к спариванию. Отложив яйца, она начинает закапывать их. Это продлится до утра. Когда уставшая самка хамелеона покидает гнездо, ее хвост имитирует окружающие стебли травы. Возможно, это маскировка, чтобы защитить гнездо от хищников. Период устойчивой погоды закончился. На острова налетают штормы. На севере насыщенный влагой воздух стал прохладным. А море еще теплое. Разница давлений рождает сильные ветры. Их энергия высвобождается в жестоких штормах. Земля не может впитать проливные дожди. Внезапно возникшие потоки устремляются к морю. На Крите температура тоже падает. В горах Левкаори наступает зима. Смена времен года чувствуется и в море. Холодная вода – сигнал для самки каракатицы. Она уже выбрала место для того, чтобы отложить яйца, омываемое течением, но защищенное от волн. Она откладывает яйца поэтапно. Они черные, размером с виноградину, и она прикрепляет их к нептуновой траве. Яйца оплодотворяются спермой самца, которую самка сохранила, и окрашиваются ее чернилами. Это последний акт в ее жизни. Она умрет вскоре после того, как отложит яйца. Через 60 дней эмбрион полностью сформирован. Яйцо постепенно стало прозрачным. Оболочка теперь настолько тонкая, что крошечная головоногая может прорвать ее.
полсантиметра в длину, это существо – миниатюрная копия своих родителей. С момента рождения оно может менять свою форму и цвет. Но маленькая каракатица должна научиться охотиться. А это может стать болезненным процессом, если по ошибке взять камешек. Когда щупальца точно настроены, можно начать поиск мелких ракообразных. И вскоре каракатицы выйдут в открытые воды Средиземного моря. Самые высокие горы Крита уже побелели. Даже здесь, на юге, зимой рано выпадает снег. Вершины Левка-Ори будут покрыты снегом много месяцев. Но в нескольких километрах отсюда, на побережье, критские финиковые пальмы весь год остаются зелеными. Зима незаметно наступает на тропики. В этом оазисе белобрюхие стрижи делают последний глоток пресной воды, прежде чем перелететь соленое Средиземное море. Последние путешественники, покидающие греческие острова. Авторы сценария и режиссеры Йоханнес Бергер и Стефан Крассер. Автор идеи Клаус Штайндл. Операторы Йоханнес Бергер, Стефан Крассер, Фабиан Фишер, Йоханнес Амон и Бенни Трап. Подводные съемки Барни Рюбе. Композитор Тристан Шульце.